Всем привет! Сегодня будет видео про выезд на море в поселок Лазурный за Ставридки. С первого заброса. Оля начинала с фиштева на 2 граммах и пытался экспериментировать с приманками в течение всей рыбалки. И это хорошее, кстати. Я понимал, на 2 грамма ловлю. Я на 2 грамма ловлю. В описании к видео добавлю приманки, которые лучше всего работали на этой рыбалке. Ну, в принципе, по ветру сейчас и граммик лететь будет в космос. Каждый заброс. Красиво. Опять забросы. Да, тыкает. Да, я даже не подсекаю. Нормально теперь. Да, это вообще такая, бля, туша. Ну так, подрывает фиштелика чуть-чуть, но подрывает. Видишь, у местных мелкая на креветку. Я граммик сейчас поставил, полярис маленький, ох. Здесь под ногами было. Мне тоже под ногами. Взяла и пошла. Даже я на сдобку взял. Ну, понял. Взял пока на сдобку. Ну вот, видишь. Меньше приманка и рыбка. Вряд ли. Кажется, вряд ли. Надо попробовать, да, сюда надо. Оп, тюлька. Да там все пойдет. Да ёпта. Мелкая совсем была. Да ё-моё. Я думаю, что... А? Сейчас я еще реброхвостик попробую. И что?
Ну я на двух, я в лохе. Да, хорошая остановка. Она тоже, видишь, пинча. Она есть там? А вон на камеру покажи. Солнце. Да, нормально, на пикерочек тоже ловится. Это я уже опустил, хорошенькое дело. И не крупная, кстати. Это был здесь где-то огрызок какого-то македонского червя. А он мелкий, да, был на бороду? Ну разный. В массе, да, в основном мелкий. Кислоту попробуй. А ну ё-моё, ну что такое? Блин, выплюнул я ее, удержал. Тупо вот так вот держу на грани, она получается в руке вот так вот бьется. Капец, короче. Жал бы сильнее, просто выскользнул. Ну,
Оно под судака, наверное, подойдет. Ну, прям где такое? У меня это трехдюймовый есть. Это копия OSP. OSP оригинал, видите? Было. Вот, сейчас попробую такую кислотную покрупнее. 3 грамма, чтобы пробить выброс. Не летит трешка все равно. А? Трешечка не летит, объемная приманка все-таки как никто. Ну, 3 грамма. С этой кислотной херней. Бля. О, ну ловится. О, смотри. Хорош, хорош. Это вставочка с прошлой рыбалки, где рядом с собой я заметил пару сарганов и начал кидать приманку им прямо под нос, пока один из них все-таки не клюнул.